Привет, YouTube! Привет, друзья! С вами Дэн Силвер, Денис, кому как удобно. Мне кажется, видно, что настроение у меня очень хорошее, потому что мы слушаем альбом Дианы Анкудиновой. На очереди у нас четвертая песня с альбома, она называется «Ночь». С нетерпением хочу послушать ее, но у меня есть пару вопросов к вам, ребят. Почему вам не нравится? Вот многие пишут, что альбом слаб. Мне кажется, что альбом хороший, но вот я 3 песни прослушал из 9, да? Ну ладно, «Дудук» я тоже слушал, «Я Россия тебя зову». Ладно, 5 песен, то есть больше половины альбома я прослушал. Альбом офигенный. Мне кажется, что вот после этого шоу, да, там были номера такие красивые, все, вокал. Но, ребят, то были каверы, то были разные жанры, а это один альбом. Это цельный альбом Дианы Анкудиновой, над которым она работала, скажем так, немало. И он имеет свою концепцию, то есть его нельзя сравнивать с шоу, потому что в шоу было вложено миллионы, скажем так. А для данного альбома Диана выбрала, то есть, одну тематику, да, то есть она не может впихнуть туда все, что попало. Поэтому, ребят, не нужно сравнивать альбом с шоу. Я говорю про шоу Must Go On, если кто не понял. В общем, у каждого свое мнение, я свое высказал. Ну, вы пишите в комментариях свое. Ну что, песня «Ночь» готовы? Погнали! Снова прячется в алый рассвет, и душа снова ждать начинает, когда вечер сотрет с собой свет. Моя ночь, словно небо для птицы, без него и бессмысленно жить. И она бесконечно стремится, что мгновение снова там быть. Ночь в тишине растворяется, небо спускается, меняя весь мир вокруг. Ночь это только мгновение, разрушает сомнения, страх превращая в сон. Ночь в тишине растворяется, небо спускается, меняя весь мир вокруг. Ребят, я прерву на немного. Теперь я... Мне кажется, я понял, почему такие комментарии насчет альбома, да? Вот песня «Ночь», да? Скажем так, это обычная попса. А Дианы вы привыкли слышать там, вокал, какие-то шоу, да, опять же, вот сравнивая. Но такие песни имеют место быть. Допустим, я слушаю такое, мне нравится. Да, песня обычная, ничего сверхъестественное, но она приятная, прикольная, можно потанцевать. Не грустить же всегда, ребят. Нужно и веселиться. Ладно, сегодня я слишком много говорю. Поехали дальше. Ночь, это только мгновение, разрушает сомнения, страх превращает в сон. Моя ночь мне нужна, словно воздух, задыхаюсь я в бессмысленном дне. Мне реально для нравится. Для меня это нежностью остров кожи, ночь ощущать, ощущать на себе. Снова ночь ускользнет, словно ветер, нам в подарок оставив мечты. Много разных историй на свете, и в одной из них встретимся мы. Ночь в тишине растворяется, небо спускается, меняя весь мир вокруг. Ночь это только мгновение, разрушает сомнения, меняя весь мир. Вы знаете, что именно вот такие вот песни становятся хитами? Это только мгновение, в России, в основном. Разрушает сомнения, страх превращает в сон. Ночь в тишине. Меняя весь мир вокруг. Ночь это
Все, ребят, я хочу в клуб уже. Я думал, будет в конце ночь. Ладно. Ну что, ребят, могу сказать, что песня «Ночь» — это простая попсовая песня, которая может легко стать хитом. А знаете почему? Ну что, тут есть бит, она танцевальная, и очень часто повторяется в припеве слово «ночь». И она заедает в голове. То есть, если ее крутить по радио, то она точно станет хитом. Я не могу сравнить песню «Ночь» с песней «На краю», «Мой камин», «Счастье», «Дудук». Это вообще отдельная история. Это обычная, попсовая, легкая, танцевальная песня. И опять же, ребят, не стоит сравнивать песню, допустим, вот взять отдельно песню «Ночь» и любой номер с шоу «Show Must Go On». Это одна история, то совсем другая. Классный, танцевальный, прикольный трек. Я его буду включать, когда захочу поднять себе настроение. Как всегда, мне интересно узнать ваше мнение. С вами был Денис. Да, кстати, пишите в комментариях свое мнение. А с вами мы увидимся в следующем видео. Мы будем слушать песню «Ангел». Всем хорошего дня. Пока.